Непонятно судьбы траектории, кто летит ко мне вниз до Пари. Расскажу я вам, братцы, историю про тот путь, кем ли метеорит. Расскажу про тот путь, кем ли метеорит. Был я в геологической партии, там из местных турбусов была проводница по имени Катя. Дерсуев на млину зала, проводница. Дерсуев на млину зала, круглолица, курноса, доверчива, и глазенки два черных угля. На приваре однажды я вечером пригласил ее блин погулять. На приваре пригласил ее блин погулять. Мы гуляли по лесу вдоль речки, что тайгою бежала змея. Я пиджак ей набросил на плечи, а она хохотала смеясь. Я пиджак, а она хохотала смеясь. Мне коровье грызли орешки и сказал, что люблю ее я. А она говорит, 15 орешки дашь папашке, я буду твоя. А она, дашь папашке, я буду твоя. Говорю, есть ружье, есть собака, и патроны в запас для ружья. А она отвечает, однако, нет, орешки не буду твоя. А она, нет, орешки не буду твоя. Страшный грохот раздался над нами, видя в небе летит и горит. Следом шлейфом с дыма и пламени этот самый мель метеорит. Этот самый мель метеорит. И такой страшный вой прокатился, распугавлив все птицы зверей, что я в ужасе перекрестился, хоть по матушке в общем еврей. Что я, хоть по матушке в общем еврей. И одежды сорвал в одночасье, словно грубой горячей рукой, нас швырнуло друг к другу объятья и в густую траву над рекой. Нас и в густую траву над рекой. Прокатилось время калачиком, наделило меня куличом. По зиме родила Катя мальчика, назвала Леонид Ильичом. По зиме, дорогим Леонид Ильичом. Но видать, не видать было счастья, сколько я не просил, не рыдал. Но, увы, пожениться нам с Катей из орешков папашка не дал. Но, увы, без орешков папашка не дал. Я уехал в работу провизором, и потом через столько там лет я сыночка узнал в телевизоре, он был важный начальник в Кремле. Я очень важный начальник в Кремле. Так примите же, люди, участие, но пол-литра душа ведь горит. Выписал скользнувшее счастье за тунгусским метеорит.